Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус. И вот это событие пришло, и вот этот час настал. В то время, пока многие, очень многие поклонники видеоигр наблюдают за анонсом новой приставки Xbox, и мир стоит на пороге эпохального события, перехода в восьмое поколение развития игровых консолей. В этот момент у нас с вами, друзья, своя революция. У нас своя эпоха. Мы переходим на Сегу. У нас будут свои герои, и у нас будут свои технологические новинки. Ну что, пожалуй, начнем. Первая игра, так уж вышла по вашему голосованию, стал Червяк Джим. Самый легендарный червяк, самый известный червяк в мире. Игра была выпущена в 1994 году некой компанией Shiny Entertainment. Честно говоря, первый раз я вот услышал об этой компании, но я погуглил, и оказывается, что эта компания выпустила также игру MDK. Эта игра была у меня на Sony PlayStation, я в нее играл, она мне даже чем-то нравилась. И почему-то в детстве я эту игру MDK ассоциировал с червяком Джимом. Не знаю почему. То есть какие-то, наверное, что-то там перекликалось. Может, какие-то там пасхалки, знаете, и так далее. Кроме того, по-моему, по MDK был какой-то мультик в свое время, мультсериал. И там, возможно, эти персонажи, червяк Джим, который также по нему был мультсериал, и MDK, возможно, как-то они пересекались. Сказать точно не могу. Но, тем не менее, это, наверное, не настолько и важно. Начнем с того, что первая игра, которую я прохожу на Sega, она же является одной из лучших игр на эту консоль. А Червяк Джим является одним из легенд этой консоли. Точно так же, как на NES является какой-нибудь Мегамен, допустим, да? Ну, правда, наверное, аналогия с Мегаменом это скорее Sonic, который будет после Червяка Джима. Но Червяк Джим не менее культовая личность во всем мире видеоигр. Ну что, давайте будем знакомиться. Войдем в начале настройки, посмотрим, что у нас там есть. На самом деле, друзья, я это все перезаписываю уже во второй раз, потому что в первый раз я уже 10 минут отснял прохождение, и мне очень не нравились мои комментарии. Дело в том, что этот эпизод, первое видео первой сеговской игры, которую я прохожу, не просто сеговская, а первое видео игры на другую консоль, отличную от NES. Ведь все 10 месяцев была у меня только одна NES. Вот, я считаю это событие для своего канала не менее ключевым, чем вообще начало моего канала. То бишь, первое видео, где я проходил игрушку Чип и Дейл на NES, оно по своей важности, по своей значительности, наверное, соответствует где-то этому видео, которое я записываю сейчас. Именно поэтому хотелось мне вот так вот начать хотя бы более-менее качественно, с качественных комментариев, с качественного прохождения, чтобы было интересно. С другой стороны, я думаю, что лучше вникать в игру, лучше наслаждаться процессом, ведь ради этого все и делается, правда? Итак, мы видим перед собой картинку джойстика, которую мы, по идее, должны держать у себя в руках. Здесь теперь три кнопки, хотя вообще их шесть. По логике вещей должно быть на Sega. Но это, наверное, другая версия Sega, честно говоря, не могу сказать. У нас есть три возможности. Это стрелять пулей, видите, мы можем перенастроить по своему управлению, по своему усмотрению. Кнутом можем бить и можем прыгать. Три уровня сложности мы также имеем. Норма, трудно и легко. Я всегда говорил, что хочу проходить игрушки на норме, потому что это самый оптимальный вариант, и не будет слишком сложно, и не будет слишком легко, чтобы был вызов. Но, тем не менее, это не мешало нормальному прохождению. Вот, но я думаю, что это будет достаточно и так сложно, потому что, по сути своей, игрушки на Sega очень сильно отличаются не только по графике и технологическим возможностям, но и во многих других аспектах от игр на NES. Поехали, первый уровень, мусорный город. Червяк Джим скривился, но сейчас ему предстоит, конечно, поумирать. Напоминаю, что с помощью эмулятора Fusion я наконец-то получил возможность записываться прямо во время записи. Я имею в виду сохранять, делать сейвстеты. И тот же самый процесс при, собственно, перезагрузке. Мы можем прямо во время прохождения перезагружаться. Этой возможности я не имел на NES, но я о ней мечтал. Итак, давайте сохранимся. Ну а теперь поехали. Конечно, уже можно заметить, насколько пейзажи разнятся от игрушек на NES. Это, конечно, просто здорово.
Итак, вот эта собака, конечно, я так и не понял. Как бы очень... Я вот так аккуратно, я вот сейчас пробовал, никак не смог от нее избавиться. Посмотрите, 40% хп она у нас сняла. А, хп это вот такой вот стероиды какие-то летают. Ну, в общем, что-то такое летает синенькое, видите? 60%. И 3 жизни, это 3 больших жизни. Итак, вот такой вот наш червяк в белом костюме. К сожалению, он не бронированный. Он такой в стиле, знаете, какого-нибудь героя боевиков. Стелс-боевиков еще, скажем так. Пригинается. И его голова на ветру раскачивается. А конечность этого червяка... Смешно вообще, да? Придумали. Именно червяк должен быть главным героем. Итак, мы можем стрелять. Вот такой вот мини-автоматик у нас есть. Может быть кнутом. Ну, называется кнут. На самом деле мы очень сильно... А вы знаете что? По-моему, мы полностью себя... Мы полностью себя вытаскиваем. В таком случае, кто управляет рукой, если не червяк? Ладно. Я думаю, нужно изучить вселенную этой игры, потому что действительно богато и легендарно. Коровка, привет! Скажи му. Но... Я хочу молока попить. Давай. Моя лупоглазая подруга. Ладно, нормально. Скажем так, давай ты не будешь мучиться, знаешь, что мы сделаем? Корова улетела. Знаете что, друзья? В детстве мне не приходилось, естественно, играть в эту игру. Сеги у меня не было, поэтому мне придется знакомиться со всеми игрушками самому. NES, Dendy, естественно, была для меня когда-то родной приставкой в далеком-далеком детстве. Но теперь это не так. Теперь я многое забыл, но а насчет Сеги я многого и не знал. Итак, подбирая вот такие вот иконки автоматов, мы пополняем свои патроны, пополняя вот эти вот, беря иконки жизни, мы себе пополняем энергию. Как вы можете видеть, мы сейчас как раз и находимся в каком-то таком месте. Так, аккуратненько. На свалке, грубо говоря. Здесь куча колес. Так, тихо. Вот здесь должен быть какой-то секрет. О! Блин, я не смог его заполучить. Увы, друзья. Согласно заставке, которую нам показывали, мы могли попасть прямо вот сюда вот, и там бы нам дали улучшенный автомат. То есть один выстрел получился бы очень-очень таким жестким, очень крутым выстрел бы получился. Я думаю, псинку он бы снес с первого попадания. Но здесь не респаунятся вот эти вот штуки. Кстати, вот мне интересно насчет врагов, будут ли респауниться они. Потому что, смотрите, начнем с того, что игра здесь выполнена на одном экране. Если на NES часто экраны переключались и так далее, то здесь мы просто по высоте, по длине уровней проходим, и оно просто, экран перемещается вслед за нашим персонажем. И, возможно, убитые враги не возрождаются. Интересно, необычно. Конечно, очень волнительное событие. Так, спокойно. Убили собачку, 64% хп сохранили. Тут, по крайней мере, я хотя бы знаю, что нужно делать, потому что я в тестовом, ну, даже не тестовый забег, а я пытался записывать это все. Я здесь был. Но теперь, я думаю, уже не буду ничего перезаписывать, потому что какими бы комментарии ни получились, все-таки это живое прохождение. Я не хочу стараться как-то... что-то там выдумывать и так далее. Как получится, так получится. Все-таки пора было начать это событие. Пора было начать проходить игрушки на Сегу. Вот тут я так и не понял. Может, вы мне подскажете, друзья. Не могу я допрыгнуть. К сожалению, с цепи мы никак не можем добраться до иконок автоматов. А отсюда снизу спрыгнуть просто... Допрыгнуть не получается, ну никак. И поэтому я так и не понял, как это делать. Ладно, патронов пока более-менее. Хотя, конечно, расходуется очень быстро. Кучность наших патронов, конечно, просто феноменально. Странно, но жизни у нас много. Удивительно. Вы не подумайте, я не огорчен этим событием, этим фактом. Но, тем не менее. Давайте возьмем. Видите, одна такая иконка где-то 200 патронов нам дает. Я высчитал так. Так, мы не можем брать, да, когда у нас полный хп. Вот, можем брать, но они просто улетучиваются. Давайте не будем их транжирить, если что, сюда вернемся и пополним наши жизни. Куда идти дальше, я не представляю, честно говоря. Так, вот здесь я уже не был, и просто какая-то фигня сейчас происходит. Так, тихо. Вот так вот можно экономить патроны, если что. На нас просто сваливается какая-то фигня. И здесь, наверное, нужно стараться пробежать аквариумы, телевизоры. Боже, вот это люди жируют, да? Колеса валяются.
Наверняка с ними можно что-то сделать. Если бы это была Украина или Россия, я думаю, эта свалка была бы пустая. Аквариумы с рыбками прямо на свалке. Горшок с медом, где Винни-Пух? Телевизор советский, причем нормальный достаточно. Вот это да. Жируем. Так, вот тут вот, что там было сверху, мне интересно. А ну-ка. Это жестко, это классно, друзья. Так, спокойно, нам сейчас нужно стараться уворачиваться. Зря я, наверное, беру вот эти вот иконки, постараемся этого не делать. Так, мы сейчас здесь. Что у нас здесь, что у нас здесь, что у нас здесь? Прыгай, прыгай, прыгай. Так, червячок. Давай, давай, я понимаю, что ты еще ко мне не привык, я к тебе не привык, ты все-таки мой первый персонаж. С тебя началось эпохальное событие в развитии моего канала, но, тем не менее, надо что-то с этим делать. Так, стоп, а наверх на самый я не могу забраться этой конвейерной ленты. Ой, друзья, конечно, честно говоря, круто, круто. Я обвинял немного графику консоли, потому что она чересчур такая, вы знаете... Как по мне, аляпистая, чересчур неаккуратная, чересчур какая-то, знаете, все в, видите, в квадратиках такое. И тем не менее, это круто. Мы взяли континья, друзья. Чекпоинт, я так понимаю, да? Так, ну мне кажется, мы могли бы еще кое-что сделать. Так, что-то там еще свалить. Что это такое? Друзья, напоминаю, игры я не знаю, прохождение, естественно, абсолютно слепое. Поэтому, пожалуйста, говорите мне. Я думаю, что здесь может быть много всяких секретов. Я просто в этом уверен. Поэтому, пожалуйста, говорите мне. Вот какой-то то ли бриллиант там сверху. Видите, как светится? Или кран просто. Но, тем не менее, если он так светится, значит, он какой-то ценный. Так, знаете что? Я хотел бы... Сейчас, секунду. Во-первых, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, взяли патрончики. Вот как-то туда можно наверх же забраться. Правда? Так, тихо. Ну просто отсюда, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы же можем вот так крутиться и парить какое-то время. Для этого нужно очень много раз нажимать кнопку С. Тут АБЦ, да, кажется, называются кнопки. Знаете что, в отличие от NES, здесь нету турбоклавиш, поэтому если какой-то будет шутер, то стрелять будет достаточно сложно. Так, я вам предлагаю вернуться, все-таки, мой канал начался с желания показывать полностью всю игру. И возвращаться в места, в которых мы еще не были, все, показать действительно так много, как мы можем. Но мы ничего не можем. Нас не пускают назад. Нас не пускают назад. Ладно, черт с ним. Так, здоровье у нас успело покоцать вот эта вот ворона, поэтому давайте... Черт, что ж делать, а? Аккуратно. Червячок, давай, давай. Ты должен быть очень гибким, ты должен быть таким вот... Гимнаст практически. Спокойно, нормально, нормально, все хорошо. Все у нас здорово, давайте будем делать сейвстеты. Я пока не знаю, как придется сохраняться. Насколько будет сложно. Может быть даже первый уровень не успею закончить за этот эпизод. Так, я во что-то врезался. Что это было? Как? Слышите? Что это за звук? Ладно, неважно. А, кстати, посмотрите, мы не можем вот эту штуку взять. Что это? Почему мы не можем? Если это что-то ценное или ну что это такое? Если бы мы хотя бы схватиться могли, знаете, как-то... Так вроде он и не хватается, да? То есть, вот как назвать, наверное? Это голова такая, да? Я имею в виду, во-первых, глаза, так у него лицо. Я представляю себе такого дождевого червяка увидел на улице, конечно... Я бы больше не записывал летсплей, я бы вообще больше, наверное, ничего не делал. Так, друзья, почему-то мне кажется, что мы с вами немножко заблудились. Вот континия, я понимаю. А дальше... А, стоп, мы можем спуститься, все нормально. Так, спокойно. Не хотелось бы тратить много жизни, но я думаю, это неизбежно, потому что мы только учимся. Так, видите, фон у нас такой псевдо-трехмерный... В общем, очень все красиво. Платформа не представляет собой просто набор каких-то квадратиков, как во многих NES-овских игрушках. Это полноценные прорисованные скалы, полноценные прорисованные шины и вот эти вот платформы, на которые мы становимся. Это, конечно, здорово, и я думаю, впечатлений еще будет море, и я успею их высказать. Нужно не спешить угнаться за тем, чтобы высказать свои первые впечатления, хотя, конечно, это самое важное... Бедная собачка. О, кстати, из них тоже вылетают в жизни как-то, да? Вот, что удобно, мы можем стрелять по диагонали, и мы можем все делать по диагонали. То есть... Вау. Это что было? Тихо, 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 я как-то схватился сейчас. Как это было? И, наверное, там был бы какой-то секрет, да? Или мы не можем, как Человек-паук, хвататься...
за что угодно, за потолок, не? Или просто я поймал как-то какую-то штуку, которая... Который захватил своей головой... Не, я не знаю. В общем, друзья, я жду от вас комментариев. Я думаю, они будут. И я думаю, что мой переход на Сегу обеспечит мне еще пару десятков подписчиков. А там как будет видно. Потому что, конечно, это очень волнительное событие и очень ответственное. Так, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Птичка. Ну, я хочу. О, ой, как красиво. Все, забрали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Песик. Убили, да? Здорово. Так, ну да, видите, даже если враг уходит за пределы экрана, он никуда не пропадает. Оу, здесь, конечно, реализация голоса есть. То есть технологии не только в графическом плане, но и звуковая карта здесь улучшилась, если можно так про нее говорить. Лось! Ха-ха! Так, тихо. Нас лось просто скинул вниз. Точно, лось. Так, вот тут будет сложно. Давайте сохранимся на всякий случай. Я понял, что... Что ты делаешь? Так, тихо. Нет. Тихо. Ну мы же как-то должны схватиться. Ладно, мы сейчас умрем, но... Вот мы же, наверное, должны за это схватить. Да, мы должны за это... Да, анимация смерти, конечно, жжет напалмом. Так, перезагружаемся, друзья. Как-то же... Может, нужно нажимать что-то, не? А ну. Да, все, я понял. Надо было и сверху так же делать. Нужно было кнут использовать. И вообще всегда нужно кнут использовать, чтобы за что-то схватиться. Я понял. Так, ну, значит, там какой бы секрет был... Тихо. Песик, хороший. Тихо. Я хочу... А, все, я неправильно вначале сделал. Тихо. Все нормально. Там же колья. Как ты вообще здесь умудрялся просто бегать сейчас? Еще один песик. Как вас много, а? Бродячие собаки, они такие. Вот, друзья, я думаю, не стоит мне сейчас стараться успеть показать все. Потому что сеговские игрушки к этому не приспособлены. NES приучил меня к тому, что я успевал показывать все и проверять каждый уголок уровня. Здесь же этого не будет. Я думаю, нужно просто с этим смириться и играть, получать наслаждение, правильно? Вот так вот. Так, пока все неплохо, достаточно. Я думаю, для первого раза это очень неплохо. В принципе, вы мне сами скажете. Так, здесь у нас жизнь. Здесь у нас жизнь, это здорово. Мы, правда, пока ни одну не потеряли. Знаете что, мне кажется, что все-таки когда-то в детстве я играл в эту игру. Не знаю, почему у меня такое впечатление, но, может быть, я у друга когда-то был, у которого была Сега. Хотя я так и не вспомню сейчас ни одного друга, у которого была бы Сега. Вот, смотрите, слева мы не были, и, наверное, мы там могли бы что-то взять. Но мы туда уже вернуться не можем. Не, может, и можем каким-то способом, но я думаю, не стоит этого делать. Не стоит рисковать. Так, а, ну мы можем, в принципе... Что значит осторожно? Тихо, не пугайте меня, так я паузу нажму. Тихо. Почему осторожно? Ну почему? Ёпперес! Боже! Ах, май... О май гад! Тихо. Так, это босс. Это босс, определенно так. Так, тихо. Просто надо стрелять, наверное. Стреляю, конечно. Так... Тихо. Все, мне капец. Мне хана, 8 хп осталось, 0 хп осталось. Так, ладно, давайте перезагружаться. Не смейся, пожалуйста. Тихо. Где там песик? Тут сейчас песик будет, да? Тихо. Аккуратно. Я понял, там босс. Нам нужно будет с вами там остановиться и как-то аккуратнее действовать в следующий раз. Так, а наверх мы никак не можем подняться? Я думаю, что нет. Наверное, там бы особо... Не, ну может быть какой-то секрет там бы был бы, да, и так далее. Но, опять же, не буду расстраиваться по поводу того, что я буду что-то пропускать. Нужно просто приучаться играть в Сегу, игры которой могут кардинально отличаться по геймплею и, в принципе, по своей философии, можно так сказать. Так, все. Я, в принципе, готов. Давайте. Тихо. Черт. Так, тихо. Все, я сохранился. Все, поехали. Только как бы... Так, а туда мы не можем подняться? Нет, не можем. Если бы мы могли во время бега каким-то образом еще и...
убегать. Просто я стреляю, понимаете? И не успеваю отбежать. То есть во время анимации выстрела я ничего не успеваю сделать. Так, я ему что, не наношу урона? Ну, ты в меня стреляешь вот этими штуками. Когда-то они у тебя закончатся. Я пока на скакалке попрыгаю. Нет, конечно, анимация шикарная. И червячок — это очень классный персонаж. Так, ты снова робот, я понял. Тайминг, тайминг. Все дело в тайминге, наверное, так. Тихо, 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 мой родной. Так, что ж, как бы, какую-то тактику выдержать там против тебя, а? Все дело в тайминге. Выстрелил, отбежал. Выстрелил, отбежал. А теперь мне конец, конечно же. Все, все, я понял. Давайте еще раз попробуем. Может быть, на этот раз у нас получится лучше. Тихо. Тихо, 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 тихо. Нет, не получается лучше. Так, давайте еще раз перезагрузимся, пока у нас есть такая возможность. Я надеюсь, что вы не против. Раз. Два. Три. Все, теперь сюда становимся. Тихо, ага, вот, а вот как-то успевать от него убегать, я даже не знаю как. Тихо. Не успел. Сюда. Нормально, все, ну тут мы хотя бы, мы тут, конечно, получаем повреждения. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А что я получил повреждение-то, а? Так, направо, направо. Ух ты, что-то мы так отскочили от него сейчас. Тихо. Ну давай, давай, давай. Ну, наверное, еще немножко осталось, да? А у нас 20 хп. 10 хп. 0 хп. Первый босс игры, друзья. Вот такие вот с ними проблемы. Это, наверное, просто король свалок. Гроза. Так, тихо, тихо, все. Собрались, 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 собрались. Давай, гроза. Да что такое, блин. Ладно, можем перезагружаться. Вы уж меня простите, я не волшебник, я только учусь. Да, ай, что ж ты меня так схватил-то? А так я не достаю, да? Так, мы еще как-то можем от него отталкиваться, да? Да не, нифига не можем. Так как же его убить просто, а? Никак его не убить, похоже. Если бы какой-то хоть показатель ХП у него был, я не знаю. Так, а я хоть все правильно делаю? Может быть, выгоднее вот так вот его бить? Смотрите. Какой-то звук. Словно бы другой, да, появляется. Да, вы посмотрите, мне кажется, что это что-то круче. А может и нет. Может, я жестоко ошибаюсь, но вот сейчас, по-моему... Друзья, я понял. Я понял, я понял, я понял, я понял. Короче, смотрите. А, вначале мы должны бить его кнутом. А когда он наклоняется, чтобы из своей мусорки выкидывать в нас всякой гадостью, тогда мы должны в него стрелять. Вот такая вот тактика боя против этого утырка. Вот так вот. Хорошо. Раз, два, давай, прыгай, прыгай, танцуй, 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 танцуй. Я его вообще заблокировал, друзья, вы посмотрите. А я хоть попадаю или он просто танцует? Не, наверное, должен попадать. Так, я уже сейчас не уворачиваюсь, просто хотя бы, чтобы... Хотя вот тоже как бы звук есть, да? Блин, я не знаю, друзья, я не знаю. Я не знаю, как мне его побеждать. Фух. Так, танцуй, 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 танцуй. Ну, мы как-то... Не получается от него уворачиваться. Нет, так-то вроде и что-то получилось. Прыгай, 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 мой Марат. Так, хорош, 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 хорош. Может, по лампе? Вот, наверняка, да, тут надо еще и привыкать даже к сиговским боссам. Наверное, они тоже немножко отличаются от привычного стандарта, а? Вот мы его бьем, а он просто прыгает. Наносим ли мы повреждения? Я не знаю. Тихо, 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 тихо. Вот я не могу тут увернуться, серьезно. Так, наверное, все-таки придется мне сейчас остановить запись.
чтобы понять, как его побеждать, потому что времени проходит множество вообще, а что с этим всем сделать, я даже, честно говоря, не догадываюсь. Ладно, сейчас вернусь, друзья. В общем, есть здесь один интересный момент, про который я сейчас узнал из чужого летсплея, который может нам немножко облегчить жизнь. Сейчас проверим, как это, конечно, получится. Так, нет, не так, не так это все должно было быть. В общем, мы можем предметы, которые он кидает... обстреливать. И уничтожать. Что, убили уже? Здрасте, я же по нему гораздо больше стрелял. Как так получилось? Я по нему стрелял гораздо дольше. И почему-то он не убил. Я вот сейчас в первой попытке убил. Может быть, действительно, его ХП состояло в том, сколько мы уничтожим вот этих вот падающих. Так, один штаны, пожалуйста. Не смущай моих зрителей. Нет, наверное, все-таки... Я не знаю, друзья, я не знаю этой системы. Но дело в том, что мы с ним справились. И это даже не конец первого уровня, но я думаю, пора нам с вами закругляться. Итак, я нажимаю паузу, я сохраняюсь. Кстати, нет у нас ограничения по времени, это здорово. Ух ты, как ты круто умеешь на одном пальце-то, а? Крутой червяк. Спасибо, друзья, за то, что смотрели это. О ты, господи, гейм овер. Хорошо, я люблю, когда анимация персонажа есть, конечно. Конечно, все это сильно, даже кардинально отличается от всего того, что мы видели за эти 10 месяцев. Спасибо вам всем, друзья. Не знаю, какой получился первый эпизод этого ключевого, значительного видео на моем канале, но... Ла-ла-ла. Но да, да, можно плясать и петь, потому что это событие свершилось, и теперь кроме NES я буду проходить еще и Сегу. Пишите мне в комментариях, что я пропустил, о чем я не знаю, может быть, какие-то подсказки, и что мне нужно будет сделать, чтобы интереснее было смотреть. Может, вы мне подскажете. Простите, что видео получилось таким длинным, и я не успел пройти даже одного уровня, но это все-таки первый раз, когда играю в Сегу. Я вообще никогда в жизни не играл в Сегу, так что как-то вот так получается. Спасибо всем, друзья. Оставайтесь на линии. Скоро с вами увидимся.